можно нарушить работу всего организма. Вам будет не лишним узнать, что корабль обладает вы внутри. У вас есть немного времени перед тем, как иммунная система корабля попали в инкубатор. Эти красные кладки выглядят подозрительно. Предлагаю уничтожить. Хорошая работа. Но у океанидов есть и другие кладки. Разберитесь с ними. Неплохо, но уходить еще рано. Рядом зафиксировано большое количество кадров. Замечено приближение сильного отряда. Повлияли на жизненные функции корабля. Кажется, это дает вам дополнительное время. Продолжайте в том же духе. Вы справились. Возвращайтесь в основной отсек. Данного помещения в активе находились и клетки. Они стремительно растут. Похоже, там генетически измененные кемпы. Советую уничтожить их. Выращивают новые разновидности калпов. Предлагаю поискать и уничтожить всех необычных особей. Thank you.
один Келп использует другого транспорта. Замечено приближение сильного отряда океанида. Возвращайтесь в основной отсек с чувством выполненного долга. Это нервный узел медузы. Отыскав и повредив нервные окончания, вы нарушите работу корабельных систем. Переходите на следующую платформу и повторите свой подвиг, если, конечно, сумеете.
два главных нервных окончания. Океаниды будут отчаянно их защищать, имейте это в виду. Замечено приближение сильного отряда океанидов.
Артефакт активировал усиленную защиту. Самое время воспользоваться трамплинами, чтобы добраться до концентратора. Артефакт отрезан от источника питания и сильно дестабилизирован. Это ваш шанс запустить программу сам. Thank you.
серьезные повреждения. Океаниды не скоро его восстановят. Возвращайтесь в основной отсек.